Вашему вниманию предлагается отличная защита для литий-полимерных батарей размерностью 1300, 1500, 1800 мАч. В эту батарею встает любая из указанных мной батарей любого популярного бренда. В чем особенность этой защиты? Она имеет вот такие две ровные плоские площадки. И если ставить пак снизу, с нее очень здорово стартует дрон. Она стоит ровно. Отличная, устойчивая, при этом материал средней мягкости, то есть нечто среднее между ПЛА и флексом. Обратите внимание, стенки гнутся, при ударе она будет пружинить, вот соответственно, но при этом легко возвращает и принимает свою форму и отлично защитит вашу батарею. Это самое главное. То есть мы видим здесь хорошие боковые протекторы, не пробьются банка, если дрон влетит и боковым ударом встретится с препятствием. Также здесь достаточно широкий паз для ремешка, можно использовать любой ремешок, а также можно подвинуть вперед-назад для удобной балансировки расположения пака. Значит, сзади мы видим два кармашка для балансировочных 4S разъемов. Почему два? Потому что в разных батареях с разной стороны расположены провода, и каждый пилот выбирает на свой, так сказать, вкус, как ему поставить батарею. В любом случае, как бы вы ее не поставили, вы сможете найти место даже для самого короткого балансировочного провода. Это, на мой взгляд, одно из самых лучших конструктивных решений. Его коснулась рука, собственно, мастера. У него еще есть одно важнейшее достоинство. Это защита, заряжена положительной кармой.